В этом приюте нашли кров и заботу сотни бездомных кошек и собак. Находится он в иорданском городе Мадаба, называется «Молчаливые друзья животных». Основала приют активистка Рим Заид. Раньше вместе с другими защитниками животных она подкармливала бродячих собак и кошек, а также организовывала их лечение. Постепенно животных становилось все больше, поскольку люди продолжают выгонять питомцев на улицу. При этом некоторые собаки ведут себя агрессивно, пугая прохожих. Поэтому мы подумали о том, чтобы найти такое место, куда можно поместить спасенных животных, которых, к сожалению, бросили владельцы и которым теперь негде жить. Бродячих собак и кошек привозят со всех регионов страны. Сначала животных помещают на двухнедельный карантин. Этот период изоляции очень важен. Если у животного есть инфекционные заболевания, то симптомы проявятся. Таким образом, во-первых, мы сможем его вылечить, а во-вторых, оградим от него остальных животных, чтобы они не заразились. В приюте выполняют еще одну очень важную работу – ухаживают за собаками-инвалидами, у которых парализованы задние лапы. Проблема в том, что эти собаки не могут нормально передвигаться. Это значит, что они волочат тело за собой. В итоге у них постоянно появляются раны, которые превращаются в язвы. В них может попасть инфекция, что станет серьезной угрозой для жизни. За такими собаками нужен особый уход. Приют открылся в декабре прошлого года. Сейчас здесь живут более 400 собак и почти 300 кошек. Число питомцев постоянно меняется, поскольку некоторым находят новых хозяев. Также в приют постоянно поступают новые спасенные животные.